Строительство выезда из Новой Трехгорки на северный обход Одинцова находится на завершающем этапе. Глава муниципалитета Андрей Иванов выехал на объект, чтобы проверить стадию готовности и встретиться с местными жителями. Сейчас уже там щебень уложен. Также по погоде сейчас укладываем ЩПЦС и перекрываем асфальт. То есть наша задача до конца июня мы закончим все верхние слои и пустим движение целиком, за исключением одного участка, вот 70 метров, на котором мы еще не уложили дождевую канализацию. Работы близятся к завершению, однако у местных жителей все еще остаются вопросы, связанные с парковкой автомобилей, передвижением грузовых машин по основным дорогам Старой и Новой Трехгорки, а также безопасностью детей в связи с распределением потока машин во внутридомовых проездах. Сейчас вот здесь стоят блоки. Они будут стоять. Соответственно, жители всех северных домов, половина, часть поедет на Кутузовскую выйти, а часть поедет вдоль подъезда 78-го дома. Все верно, сейчас там здесь там площадка детская. Есть прямая дорога, но все проезжают через двор, и бедные эти дети, которым, они не смогут перейти дорогу. Подрядчик заверяет, ситуация должна измениться с открытием дороги. Между тем, на всех этапах работ самому подрядчику приходилось сталкиваться с проблемой инженерных коммуникаций, неучтенных документации, прокладки кабелей и водопровода. На сегодняшний день все сложности позади. Дата торжественного открытия дороги назначена на 10 июля. Осталось уложить верхний слой покрытия, нанести разметку, установить знаки все согласно проекту, установить светофорные объекты, и доустанавливать шумозащитные экраны. То есть, соответственно, благоустройство мы уже после этого всего будем доделывать уже в рабочем режиме. Сейчас на объекте задействовано 79 рабочих и 38 единиц техники. Подрядчик уверяет, запуск дороги состоится в установленные сроки. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».